Более 70 боксеров-юниоров сражались за звание сильнейших в 11 весовых категориях – от 47 до свыше 91 килограмма. Они представляли Башкортостан, Удмуртию, Чувашию, Самарскую область, Пермский край. Самая представительная делегация, что неудивительно, оказалась у хозяев. В итоге наши взяли не только количеством, но и качеством, отдав гостям лишь 3 золотые медали. В финальных поединках сошли самые достойные. Оренбургская команда была сильна как никогда. Тренеры дали возможность проверить свои силы на домашнем ринге уже титулованным Святославу Варанкину и Даниилу Хлебникову. Давно известны на российской арене Павел Журавлев и Сергей Таран. Все они ожидаемо стали победителями турнира. Также золото завоевали оренбуржец Андрей Калмыков и Родион Бибиков, Владислав Кузнецов из поселка Красногвардеец и Марсель Инсапов из Орска. Инсапов, помимо медали, диплома и кубка, получил приз зрительских симпатий, а Таран – приз президента Федерации бокса. Также лауреатами стали Калмыков в номинации «За лучшую технику», а Бузулучанин Тамразян – «За волю к победе». Лучшим боксером турнира был назван 17-летний Журавлев, получивший главную награду – iPhone последней модели. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов. Новости дня.